Тагильчане стали победителями регионального этапа конкурса «Туристический сувенир». Его итоги подвели накануне на 4-м международном форуме «Большой Урал-2018». Среди наших земляков члены жюри высоко оценили Сергея Караченю и его изделия бурачного промысла, Светлану Парушеву и ее книжку-раскраску о Нижнем Тагиле, а также лаковую роспись Нелли Кошкиной. Всего из 200 заявленных сувениров в Свердловской области более 50 на конкурсе были тагильскими.